Всем прямо доброго времени суток, это канал Boring, Длитый или Скучный. Ой, скучный я. Да уж, куда же без Пятигушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное огромное спасибо. Да что ж такое? Ты... Кошка, брысь! Да, отдельно... Блин, извините. Отдельное огромное спасибо Вячеславу, Шэдоу и Анониму. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Так, ну чё. Всех поздравляю. Во-первых, у нас... Не люблю. Не люблю кровь. Во-первых, у нас есть переход вот туда. Видимо, с ней надо поговорить с Джахейрой. Во-вторых, у нас новая локация, ее надо обыскивать. Плюс мы можем отсюда уйти, что немаловажно. Мне это пипец как радует. Так что, ну что, давайте обыскивать. Собирать все, что тут есть. Смотреть. Ну, в общем, вот это. Костяной ключ. Ключ от со своеобразным орнаментом из костей, который был у Сусидра. Окей, ладно. Дьявольские, что-то у меня всех дьявольские цепи. Ну, пусть будет в лагере пока. Так. Сусидра. Забираем Сусидру. Так. Не, некроманта. Некроман. Так, это в товары, это в лагерь. Это подобрать. Нет, ну все, как обычно. Так, это Лейзи. Это в лагерь. Это подобрать. Как перегруз? Уже перегруз? Ой. А, точно, у него же еще мимик сотка. Мимик сотка. Мимими. Давайте быстренько в лагерь метнемся тогда. Кстати, в лагерь-то поговорить ни с кем не надо. Между прочим, да. Кто тут? Надо сейчас будет этим нашим основным героем переместиться тоже. И переговорить. Так, у меня в комп... О, у меня теперь мимики есть в коллекции. И Сусидра. И пара некромантов. И... Опа. Отлично. Сейчас надо главного героя сюда тоже перетащить, чтобы проговорить тут со всеми. Текст, что еще тут интересного лежит? Здесь что-то важное. Ну вот, стены сперли. Что за жизнь? Так, это по внешке. Ага, так, здесь у нас что? Сюда можно пройти? Видимо, нет. А тут что? А где мы сейчас? А, вот. Ага. Так. Нет, мы идем вот по такому кругу. По такому. Блин, еще один некромант где-то там валяется под люк. Так вот где? Куда-то. Туда улетел. Здесь, надеюсь, ломать можно. Здесь не прибегут орфисты с воплями. Зачем вы ломаете? Да. Подзаросла местность. Мягко-то говоря. Так. Давай. Брать. Тут у нас что? Ну, всякие горелки и так далее. Тут что? Ничего. Ни и чего. А тут какой-то красный. Эту метку я, наверное, поставил, да? Скорее всего. Так, тут что? Так, нифига. Здесь... Всякое лажем. Так, здесь.
катерпульт. Так, а здесь у нас что? Что? А, свеча. Это понятно. Так, большая ваза. А большой вазе большой ни хрена. Это как обычно. Когда ж тут в вазах хоть что-то, блин, лежало? Не, ну справедливости ради, по-моему, в некоторых что-то долежит. Но в большинстве все-таки пустота. То есть ваза есть, а толку... О, дверь. А, мы из нее приперлись. Ну да, ну да. Ага. То есть это мы просто... И отсюда тоже можно уходить уже, да? Ага. Ладно, хорошо. Окей. Окей. Так, здесь что? Тут еще один некромант. А здесь что-то лежит. А, косточка. Какая прелесть. Так, записка Гарташа. Подобрать. Отправляем. А, урна. Эй, в урне кость. Бам. Бам. Ну. Вроде бы ничего нет, да? Так, ты, сударь. Что там за записка от... Надо бы в какой-то момент их пополам, что ли, разделить, а то слишком тяжело уже. Так, К. Видим, Кэтрик. Просто дружеское напоминание. Я встревожен, узнав, что твои ударные отряды до сих пор не добыли артефакт, а теперь за ним охотятся еще и гитиянки. Гитиянки. Расскажу об этом подробнее, когда позволит время. Сейчас же самое главное, чтобы твои отряды не упустили этот предмет. Г. Окей. Г это Г. Большое Г. И тут у нас что? Эй, я думал, это бухло. Кубок с вином. В товары. Подставка. Сломать. Кость. Круглая колба, курильница, череп, корень для растений, непонятно, щупальца в бутылке. Что за щупальца в бутылке? Выбросить и осмотреть. Большая банка, набита отрезанными щупальцами, непонятно чьи они, морских гадов или кого-то пострашнее. Понятно. Товары. Подсвечник, перо, подставка для бутылок, ломается, так, книги, курильницы, некромантические кодексы и загадки. Судя по печатям на форзаце, эта книга раньше принадлежала библиотеке высших геральдов, или геральдов, не помню как правильно, в то время как они занимали лунные башни. Вот краткое содержание, составленное библиотекарем. Очень древний ученый трактат о редких некромантских фолиантах, их загадочных волшебных замках и о том, как их открывать и расшифровывать. Фуф. Внизу страницы библиотекарем добавлено примечание. Срочный запрос исследователя или на то-то одолжить данную книгу официально отклонен. Заявленный легкий интерес к печально известной некромантии Тхай, очевидно, указывает на то, что интерес его далеко не легкий. Кроме того, это даже не та книга, которая ему нужна. Он ищет Тархианский кодекс. Как интересно. Некромантия Тхая? Сейчас прочитай-ка, а? Реагировать не хочешь?
листаем из ключа. Понятно. Хрен-то там, да? Вино. Буньк. Цветы в бутылке. Подсвечник. Вино. Благовоние. Выдержанное кульмерское. Глаз в бутылке. О. Так, что у нас тут? Так, это и вот это отправляем в лагерь. Цветы в бутылке. Прекрасные цветы распустились под надежной защитой стекла. Окей, глаз в бутылке. В банке плавает глаз, гораздо крупнее человеческого. Окей. Ну, как бы, непонятно, зачем это все. Ну, то есть, ну, плавает, ну, в банке. Как бы вопрос, а нахуа? Спасибо. Астерион-то просто прелесть. Так. Тут у нас целая куча некромантов. Забираем. Отбираем. Так, товары в лагерь. Подобрать. В лагерь. О, блин. Отлично. Не перегрузился, я имею в виду. И тут ничего. Да. А ничего. Так, на всякий случай их 5, а то вдруг она сейчас поговорить с нами захочет. Ждем. Сохранение. Ну да, сейчас раздуплится. Так, тут ничего. Ага. Ну, или все. Слыток славы ее. Инструкция для ревнителей Абсолют, которым дарована аудиенция. Быть увиденным значит быть признанным. Быть признанным ею есть наивысшая цель и совершенство. Вам следует избавить свой разум от... Ото всех завес, от ее невидящего взгляда не ускользнет ничего. Глупо держать от нее секреты. Все, что у вас есть, все, что вы есть, до последней капли крови принадлежит ей. В обмен же на это вам может быть дарована частица ее сущности. Осколок совершенства помещен на ваш неспособный к восприятию ум. В конце концов, мы верные, верные только ей одной. Так. То есть тут только сундук остался, да? Ну, вроде бы. А кроме сундука, кошки шумят. Так. О, смотри, тут прям ключ. Так, кольцо восхитительного костного мозга. Господи, боже мой. Подчинение восставших, касание упыря. Давайте осмотрим. Так, если посмотреть сквозь это кольцо, то обнаружится, что на другой стороне ничего нет, лишь сосущая темнота, которую невозможно ни познать, ни объяснить. Так, касание в упыря. Откуда противника смертоносными когтями может парализовать цель, ближний бой. Ай, не то нажал. Эльф и нежить нельзя парализовать этой атакой. Эльфов и нежить. Интересно, почему? Ладно, нежить понятно, а эльфы-то тут при чем? А полуэльфы? А у полуэльфа 50 на 50, да, может парализовать, а может нет. Подчинение восставших. Подчинить своей воле нежить. Ну это долгий отдых.
И это долгий отдых. Ну, я даже не знаю, ну хз, что-то колечко такое. А для кого оно у меня может быть? Этот не может им пользоваться. Сейчас. Хм. Это лагерь. Увы. Ях. Да все, давайте. Все трупы сдадим. Заодно и переговорим со всеми, кто там есть. Так. А, это. А, так их можно. Подожди. Ха! Интересно. То есть, как бы нажать-то можно. Но толку. Но толку с этого нет, да? Забавно. Ну, мы даже близко не перегружим. Тут еще запас довольно большой. Угу. А, вот еще. Вот еще два. Так, ладно. Теперь ты. Так, со всеми переговорим. Может, ты что скажет? What can I do for you, my friend? You wanted something? Тебе что-то нужно обсудить? I'm sorry. Ага, ничего не хочет говорить, Лайзель. Greetings. Да ничего. Уилл. Бесполезный наш. Well met. Привет, и тебе не хворать. Так. Шкряб. Hope you're keeping well, friend. Какой он хороший. Дайте его погладим. Ну а чё? Он же хороший? Хороший. Эй, шкреп. Таши. Угу, это что такое? Забавно. Так, Карлах, ты что скажешь? Или у нас опять чисто поцелуйчика ради? Darling. Понятно. Always. Ну что, ну раз уж соперлись. Потом у нее так прикольно этот цвет меняется. Синий огонь. Sparks. Это точно. Угу. Я так и не проверил, можно ли ее целовать до тех пор, пока что-то не случится. Душа Кэтрик до сих пор... Ага, понятно. Так. Хальсон, что-нибудь скажешь? Oak Father preserve you. Дуб папа. Так, тут все. И Гейл. Ну и с этими тоже надо будет перелякать. How can I help? Нет, ничего, приветик. Так. Ну и сохший вряд ли, но на всякий случай. Fate. Does thou require a new app? Нет, спасибо. И Арабелла. I guess I can take... Ладно. Все. Со всеми потрандили. Можно было, конечно, отдохнуть теоретически. Но вроде нам не надо. Тем более, зелье я уже израсходовал ангельское, так что... Выях. Ну чё? Так. А, опять всё спёрли. Верните текстуры на место. Пожалуйста. Спасибо. И эти тоже. Можно? Угу. Так, вроде всё. Careful, да я думаю, может ему тоже качнуть эту псионическую отдачу. Качнуть.
Это интересно, на самом деле. Этих способностей. Это интересно. Но у него мало. У него раз, два, три, четыре. Я это не смогу прокачать, да? И две. То есть тут нам три. Тут да. Тут поинтереснее получается. То, что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Меньше. То есть, я так понимаю, стало меньше. То есть, если шесть. Да-да-да. Можно было бы, можно было сразу той штуки вкачать, но найду еще элитицкую. Эту хрень можно будет качнуть. Ладно уж. Раз уж начали с этой червяковой хренью возюкаться. Так. Мадам. Сохранить. Да, быстро сохранение удалил. Оно здесь как бы не нужно. Это на всякий случай было, если вдруг Джахейра начала приставать к Хельсину с разговорами. Что стоим? Генерал определенно обзовет тактическим отступлением. Ты уже наступаешь ему на пятки. Призванное им существо было элитидом. Ступай за ним вниз и отыщи его, пока он не успел снова покорить песню ночи. Ой, извините, не успел морду прикрыть. Так, секундочку. Будь здоров, спасибо еще раз. Так. А ты с своими орфистами со мной не пойдешь? Ему лучше оставаться здесь, чтобы удерживать башню на тот случай, если армия Кэтрика пронюхает о нашем плане. Да, они ее удержат. Но если у тебя есть место для одного бойца, я готова сразиться с Кэтриком, плечом к плечу с тобой. Когда мы отыщем его, ты знаешь, к чему нужно быть готовыми? Теория и предположения, ни те, ни другие в грядущей битве нам не помогут. Кэтрик должен умереть, и Абсолют вместе с ним. Детали проработаем позже, когда они поднимут свои мерзительные головы. Ты серьезно полагаешь, что твои солдаты смогут продержаться против целой армии? Если удача от нас не отвернется, в этом не будет необходимости. Ну а если не повезет, что ж, они арфисты. Мы привыкли к тому, что мы всегда в меньшинстве. Но чем скорее мы доберемся до Кэтрика, лишим его армии мотивации сражаться, тем лучше. Хорошо, пошли. Бойцов у тебя же достаточно, чтобы покончить с этим побыстрее, большой отряд не нужен. Да ладно, подожди, она теперь с нами, что ли? В смысле, она в нашем лагере? Так. Займи пока место Астериона. Я бы возразил, но посетить у костра, пока вы все трудитесь по лица, это же чудесно. Да ладно! Джахейра первый... Офигеть! Да ладно, вы что, серьезно? Ну подожди, стоп, а она кто? Друид. То есть она с нами? Ну, то есть все, она прям с нами, да? Так. Ну прикольно, но мне второй друид-то не нужен. Так. Слушай, нет, давай-ка тогда сейчас Джахейра. Да чего же мне нравится вновь путешествовать в небольшой компании? Кэтрик наверняка уверен, что благополучно от нас сбежал. В смысле? Ой. А я не могу от нее сейчас сказать идти в лагерь? Ай-яй. Астарион, иди-ка сюда. Да! Охренеть! Все, она тут! Так, ну нет, давайте качать ее тогда. Блин! Еще один друид, да?
Еще один друид. Ну, слушайте. Класс. Она в команде. Ура. Ой. Так, ты у нас круг земли, да? Так, секундочку. Круг луны это... Находите к облике. Ага. Это вот круг луны. Это у нас облик. Круг спор. Действие симбиоз со спорами. Но она такая же, да, как Хальсин. Ой, получается. Уф. Блин, ну Хальсин мне нравится именно как друид. Черт, а что так поздно-то дали? Алло. Я ж не успею с ней тут никак это синергировать, так сказать. Да, сейчас оружие ей подбирать. Может, вместо Хальсина ее взять? Блин. Черт, вместо Хальсина. Вместо Шедоухарта я точно брать не хочу. Здесь пока ее оставить, что ли? Чем у нас не отношения такие достаточно, то есть нейтральные вообще. Блин. Круг земли, да? Фокус. Фокус, чпокус. Блин, ну я не хочу из нее делать... Да, вот как бы действие. Знаете, использованные ячейки заклинаний. Мне нравится круг луны. Очень нравится. Круг спор, ну не знаю. Некроз манипулер спором, чтобы усилить себя. Выпустить облако некротических спор в сторону цели. Для этого используется ответное действие, так что больше ответных действий в этом ходу не будет. Пока они у вас есть. Получаете 8 временных узов, дополнительно наносите некротический урон. Можете оттворить орел спор с удвоенным уроном. Симбиоз со спорами закончится раньше, если вы примете дикий облик, нельзя иметь больше одного источника временных узов. Блин, ну я не знаю, это такое, честно говоря. Видите, опять дикий облик. Мне нравятся друиды, дикий облик. Нет, давайте еще одного круга луны сейчас тогда сделаем. Ну его нафиг. Не вижу особого смысла. Это буду мне точно нахрен. Громовая волна. Ледяной нож не нужно. Он создает поверхность. Так, 18 метров. 5 метров. Сильный прыжок не надо. Скороход. Создание уничтожения воды. Облако тумана. Дружба с животными. Да. Лажа. Второй друид, блин. Нафига мне второй друид, спрашивается. Раскаленный металл, да. Дубовая кожа. Существо. 16. Это. Концентрация. Ну это опять концентрация. Лунный свет. Пылающая сфера. Паралич. Бесследный шаг. Защита от яда. Ночное зрение не нужно. Разговор с животными. Исцеляющее существо в поле зрения. Исцеление. 4.11. Фигня. Хотя не то, чтобы прям совсем фигня, да? 4.6. Угу. Ага. Фокусы. Устойчивость. Яд. Создание пламени. Пусть будет устойчивость. Фокус у нас так есть. Подготовить. Да пока нечего. Все не характеристики. Черта. Но бдительный без вариантов. Ага. Так, вот это надо
все цели в радиусе 10. Да, я ошибся, это немножко другое. Это другое. Защита там. Ты что там? Что защита? А. Пурга, дневной, фальшивое рост растений. Угу. Так, что прерывающее? Гащие огни, свечи, ледяную поверхность. Нет. Фальшивая смерть. Кстати, вот полезная штука на самом деле. Союзников защитную. Ну а чё нет? Ну чё-то поздновато её дают, блин. Кто там у нас? Пантера Медвесыч. Медвесыч, Медвесыч. Та-да-та-да-та-да-та-да. Ага. Что у нас тут? Полиморф. Увядание, огненная стена. Кстати, полезная вещь на самом-то деле. Движение, каменная кожа. Ой. Малоэлементальное лесное существо. Призыв. Кстати, полезная вещь. Лесное существо. Какую-то вайду призывает. Полиморф не очень полезная штука. Ну, не сказать, что... Огненная стена. Восьмой. А вот ты мой саблезубый тигр. Каменная кожа. Кстати, полезная вещь на самом-то деле. И черта. Так, ну она у нас будет драться в этой, так что трактирный забияка. Без оружия, используйте импровизированное оружие, что-то бросайте. Угу. Вот это оно и есть. Сила. Сила. Действо атакующий. Атаку оружием. Ну я ж не оружием атакую. Ну да. Мастер. Или выносливость лучше. Очки здоровья, сила. Ага. Ага. Так, оглушение. Вот, массовое исцеление ран. Это да. Каменная стена нет, болезни нет, рой саранчи. Всех в радиусе. Всех, подчеркиваю, заметьте. Она атакует всех. Пятый. Третий. Ладно, здесь пока... Ну, призыв элементаля, кстати, можно вообще-то. Ну да. Вместо лесного существа. Ну, хотя пятый уровень, а чё? Только одну заклятие. Всё. Чё у тебя по уровню? О, у тебя два скимитара. Один лесной, один обычный. Блин. А он у нас с этой. С эликсиром силы облачного великана. The work is never done. Да, ну а что ее одеть? Черт побери. Как у нее беличка выглядит? Ну что поделать? Дама уже не молода. Скимитар плюс один лесной скимитар. Вместо модификатора ловкости существо добавляет к своим броскам атаки модификатор заклинательной способности. Ну, кстати, в общем-то нормально. Легкая, фехтовальная. Ну да. Вот дальнего боя у нее нет. Это прям... Ой, другое. Собственно, дальнего боя это прям вообще не вариант. Так. Новый персонаж. А ядрёна кочерышка. Ну вот как так, а? В такой ситуации его подсовывают, блин. Это что такое?
Да-да-да, все вспомнил. Она умеет этим обращаться? Да, серьезно? Алебарда бдительности. А. 5, 10, 4, 16 сила. Вы получаете бонус плюс 1 к броскам инициативы и преимущество при проверках на внимание. Когда вы делаете бросок атаки в качестве ответного действия, вы делаете его с преимуществом. Зачарованное оружие плюс 1. Доп дальности. А может вот эту ей дать? Меч вытягивания жизни. Короткий меч. Да ладно. В смысле, у нее нету. Подожди. У нее есть алебарды, но нет мечей? А, интересно. Ну нет, так нет, да? Что еще у нас тут есть? Ну это посох, нет, это не то. Слушай, дайте алебарду дадим. Точно же можешь, да? Да, может. Так. Пу-пу-пу-пу-пу. Ого, ни хрена себе, дрын, блин. Плюс 6. 3, 12. Плюс 8. А давайте этот дрын реально отдадим, а? Так. Пусть у нее будет. Так, дальше. Что еще? Сумка с припасами, сумка алхимика. Обычные сумки у нас есть тут где-нибудь? Где-нибудь хранит? Нету, не валяется. Что-то у нее обычной сумки нет. Меня это немножко напрягает. Ох, сколько я зарезал, сколько перерезал. А, вот обычная сумка, хорошо. Это не надо. Это всем надо. Так. Зелье лечения надо будет дать. Да подожди ты, блин. Так, что еще и надо? Так, арбалеты нужны, да? Это у нас нет. Это двуручный арбалет Гитьянки. Нам одноручные нужны. Это что? Что? А, ну это тяжелое оружие. А есть у нас обычные арбалеты? А, вот, наверное, да? Нет, тоже двуручный. Да что ж ты, вот, наверное. Одноручный. Ну это пофигу, что у нее нет. Главное, чтобы это в луках были. А там пофигу. Ну это чисто, чтобы этот, да, дополнительную атаку можно было в случае чего реализовать. Так. Чё еще? Чего еще? Это что такое? Шарицкий. А, помню. Так, а вот теперь вопрос. Нет, точно не это. Маск, ну нет, это не дам, перетопчешься. Против заклинаний. Кираса заостренных силков. Свой полный модификатор ловкости к вашему классу брони. У существ есть помеха при испытаниях при сопротивлении вашим атакам и заклинаниям, которые вызывают обездвиженность. А, интересно. 13. 16, да? Или все-таки лучше и что-то такое попроще, ну и попонятнее выдать. Так, средняя броня. А где у меня тяжелая броня? Это ткань. Вот, тяжелая она не могет. Окей, ладно, ткань, понятно. Ага. Так, ну тогда я, наверное, среднюю какую-то. Так. Дефектный доспех адского заката. Угу. Заклятие на обездвижность. А что у нас есть заклятие на обездвижность? Ничего у нас нет на заклятие. Ну, нет. Паралич. Кстати, да, между прочим, паралич. А паралич это какое заклятие? Второй. Между прочим, хорошая тема. У существ есть помеха при испытаниях, при сопротивлении вашим атакам и заклинаниям, которые вызывают обездвиженность. Хм. И заклинанием. То есть, в принципе... А почему нет? Есть же как бы по... Как сказать, по остаточному принципу-то нужно это... То есть, ее основная тема будет, это вот. Грррр, и в атаку. Это важный момент. То есть, ее основная тема это не... Тише, куда? Не основная тема... Так. Ладно, пусть.
Так, по поводу шлемаков. Укрепляющие кар. Разновидности кары нет. Шлем крушителя кулаков. Вы получаете бонус плюс 1 к испытаний против заклинаний. Вы получаете бонус плюс 1 борскам инициативу. Ух ты. Тут прям друид такой получается. Как будто из кирас застойных силков. А чё нет? Пусть. Пока что. Ну это так все от балды, честно говоря, накидывается, потому что мне сейчас тупо лень разбираться. Че бы еще дать такого-то? А это что такое? Получаете бонус плюс 1d4 к броскам атаки против существ, которые повечены меткой охотника верному. Да, но это нет, этого у меня нету. Ну или есть где-то, но я не помню. Так, ладно. Че еще тут? Плащи. А, когда существо с ревербацией наносит урон владельцу, он должен успешно пройти испытание на выносливость, иначе будет дезориентировано. С ревербацией. Хм. Когда вы отравляете врага, вы исцеляетесь. Когда владелец отступает, он также создает облако тумана с радиусом. Ну, кстати, можно. У нас есть ревербация, так что пусть. Да, цвет надо будет изменить. Так, ладно. Сойдете. Теперь кольца. Невидимость. Пока вы находитесь, нет. Владелец имеющий клим... Нет. Здесь не может быть ослеплен. Да, хорошая вещь. Так. Нет. Преимущество против обморожения. Клинок теней. Когда он нанесет урон с помощью фокуса. Мистическое сияние на два хода. Это что? Атаки оружия наносят дополнительный урон, равный модификатору. А, то есть бахнули фокусом, например, да? Ага. Шилейла. Магическим оружием наносит. О! Боевой посох или дубина. Забавно. Так, это что? Свет. Оранжевый. Почему оранжевый? Так, слушай, колец-то у нас до хрена так-то. Когда вы наносите урон с помощью фокуса. Хм. Так, еще раз. Когда вы получаете мистическое сияние, когда вы наносите урон с помощью фокуса, да. Атаки оружием наносят дополнительный урон. Да. Давайте. Хорошая вещь. Пока владелец концентрируется на заклинании, вот атаки оружием концентрируются. А у нас есть что-то на концентрацию? Да, кстати, молния, между прочим. Хм. Почему бы, кстати, и нет? Интересная вещь. Так, ладно, пусть. Так, теперь тапочки, да? Дальше тапочки. Максимальная дальность прыжка увеличивается на 1.5 метра. Акробатика плюс 1. Ага, бонус перемещения. Кстати, между прочим, неплохая уж и штука. Нанеся кислотный, холодовой, огненный урон. Получает импульс. Нет. Совершив боевой рывок. Владелец. Нет, когда бы... Нет. Когда владелец электризуется. Не хочу. Плавное падение. Нет. Кислота на вас не действует. У вас чуть крону кислотой. Кажется, совершает рывок. Нет. Горение. Нет. Состояние. Нет. Блин. Может, а вот эту? Максимально. Так у меня и так там, я так как за тигру буду бегать. Хотя. Знаете, пусть будет вот это. Так, и теперь перчатки. Так, таранные сапоги. Один раз заход, когда совершаете рывок. Озлобление. Ваши атаки оружием дополнительно наносит 1-4 урон огнем, без оружия чуть кровотечение. Испытание сила плюс 1. Хм. Пока вы не надеваете доспех, нет. Когда вот здесь наносит урон холодом, нет. А у демонического призвана... Хм, нет. Слишком геморройно. Ворона Коти. Лесом. Град шипов. Атакой оружием цель получает... После следующего испытания. Кто держит тебя одно оружие в основной руке? Нет. Атаки без оружия. Защита от снарядов.
Можете перехватывать снаряды от дистанционных атак оружием. Перчатки лучника. Вы получаете умение обращаться с длинным и коротким луком. А может, они вот эти дать? Так, да, пусть будут вот эти вот. Не странно, что пипец в данном исполнении, но... Владелец... Уронометательными атаками... Подожди-ка, атаки... Стоп, минутку, я не прав, сейчас. Ваша атака без оружия дополнительно наносит... Ха! Между прочим... Yes. А ведь действительно... А, ну оно не работает, да? Ну да. Так, что еще? Кулон. А, ну факел, во-первых. Факел надо будет. Кулон, кулон. Где кулоны? Вот кулоны. Так, при проверках испытание мудрость. Ага, щит. Что за щит? Щит. Когда по вам должен ударить враг, ваш класс брони увеличивается на 5 урон от волшебных стрел. Хм, интересно. Это в смысле применить можно, да? Ну-ка. А я не вижу. Он просто есть и все, что ли? А, долгий у... Все, понял. Ваш класс брони на 5. Ну, ход один, долгий отдых, это одноразовая хрень. Ну, такое. Разговор с мертвыми нет, солнце и луна нет. Клеймить слабых нет. Режущий, устойчивость, уязвимость нет. Голос круга нет, черные щупальца нет. Один раз достаточно долгого отдыха, когда может парализовать цель. Один раз. Защита от добра и зла. Луч страха. Луч ранения. Плещущие огоньки. Ледяной нож. Разряд молнии. Такие раз существо. Урон огнем. Нет. Оставление. Творя заклин. Эй. Кыш. Пускайте на дух. У меня нет этого заклятия. Талисмана абсолют нет. Благо тумана. Дружба с животным. Что-то фигня какая-то, да, откровенно. Блин. Один раз до следующего долгого отдыха, когда владелец наносит критический удар по гуманоиду. Ну, это, блин, ну я не знаю. Давайте вот это оставим. Кош. Да, то есть это на случай, если... Это, в принципе, пугает вашу цель, да. Да, сойдет. Так, что еще? Вот тебе дудка. Будешь дудеть. И факел. Тут есть факела? Ой, хороший вопрос. Факел. Не вижу. Удочка есть. Владелец этой удочки невозможно захватить врасплох. Разве что просто что-нибудь неожиданное. Смешано. Шутку понял. Так, факела нет. Да ну ладно, факел мы и добудем. Ты что, тренинг? Нет, есть факел. Чего мне? Чего мне сказки-то рассказываете? Так, а лечилки? Ну, лечилок тоже, видимо, нет, да? Так, давайте-ка мы тебя перекрасим. Уф, так, это кто? Голубая с золотом. Вообще в зеленое хотел. Грязно-красное. Ну нет. Желтое. Вот, зеленое. Вот да. Выглядит немножко странно, да хрен с ним. О! Это зеленый, да? Смешно! Да блин, ну... Очень смешно. Дуды
тетечка. Забавная тетя получилась. Ничего ж не это. Важно вот это. Так. Теперь важный момент. Мы оставляем Астариона? Астарион, да? Но у него Добрямс максимальный. Блин, Астарион слишком хорош, черт побери. А если там надо будет что-то вскрывать? Блин. Что, у нас будет два саблезубых тигра? Shall we continue? Wherever we go, ye gods, let there be something green. Ну, пантера... Нет, все-таки. Тигр слишком хорош. Стоп. Тогда давайте-ка мы ей... Так, во-первых, это отправить в лагерь. А во-вторых... Давайте тогда сил до 21, что ли, качнем. Раз пошла такая пьянка. Так, блин, очень смешно. Ага. Так, да япона мать. Извините за мой французский. Так. Это что? Нет. Джахира. Ага. Есть. To be good. Так, это сюда, сюда и сюда. Ну что, тогда с двумя тиграми пойдем? Хе, интересно. Блин. 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 Ну почему бы, собственно говоря, и нет, да? Ага. А давайте. No one back home will ever believe this. Теперь у нас два чела, два таких тигра. Ну, хоть вообще не отличается. What can I do for you, my friend? Забегай пока. Ты ничего не хочешь сказать? I have a lot on my mind. You wanted something? Джахейра с нами. Прикольно. Greetings. Так, ну вроде все, да? Угу. Карлах, извини, сегодня я тебя уже целовал. Так. Ну что у нас получается? Получается, у нас два мощнейших кошатника, да? А, блин, Милс ночной пивуни, черт! А вот это печально. Милс ночной пивуни, устойчивость к некротическому урону. Да-да-да. Некротический урон снижается наполовину. Блин, ведь ошибка. Угу. Так. Тогда сейчас сделаем... А, мы сюда и вернуться нормально не сможем, да? В храм... Ой, что такое? А, я даже уйти отсюда нормально не могу. Ладно, пофигу. Ну чё? Полая башня.
Давайте тогда на этом остановимся на сегодня. Да, побегаем с Джахейрой, потому что... Ну хотя бы, блин, вот что меня удивляет, что у нас с ней отношения вот такие нейтральные. Угу. Очень хорошие. Ну да, тут по сути друиды тогда до друид круг луны. А нет, стоп. Эксировочная великан, эксировочная. Угу. Ну я не знаю, мне просто круг луны больше всего нравится. Сити. Так. Ладно. Тогда доведем Хальсина до... До прекрасных отношений. Тут чуть-чуть осталось, да? До зелененького. И потом тогда возьмем вместо него Джахейру. То есть он будет в лагере, а она будет с нами. Пожалуй, так, да. Сейчас пока не оба пусть с нами побегают. Ну, потому что Астерион все-таки нужен. Вор. Ну, вор это вор, ну что. Джахейру в вора превращать, не знаю, не вижу смысла. Но это все будет в следующий раз. Да уж, неожиданно то, что она прям с нами пошла. Честно скажу, я не ожидал. Я думал, она просто с нами побегает и все. А тут... Слушайте, ну, понимаете, вот еще какой момент. Почему я этого не ожидал? Потому что, ну, как бы... Блин. А что, много там от игры-то еще осталось? Просто на такой стадии игры давать еще одного персонажа? Ну, такое как-то... Очень странно, честно говоря. Не знаю. Причем игрового персонажа. Не так, что он там в лагере у тебя тусит просто по приколу, да, как этот... Шкряп или эта девчонка. А именно игровой персонаж. Все, вот, пожалуйста, с развитием отношений, еще чего-то. Может, у нее даже квест какой-то свой будет. Кстати, надо будет почитать, есть у нее квест или нет. Вообще нужно париться. Уф. Ну ладно, это все будет в следующий раз. Ну а пока что, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд и на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто уже до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу, я чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3. Безоговорочная и все еще неожиданная форева. Вот, пожалуйста, новый перс. Как-то так.